Боже, как здесь красиво. Вот, собственно, мы находимся. Мы не знаем, где мы находимся. Мы просто выпали в какой-то город. Идем. Как бы то, на то место, где собирается много туристов, которые приезжают, собственно, посмотреть на вот эту штуку. А что здесь? Сюда? Да нет. Вот, а куда? А, вот этот памятник? Вот. Налево? А что? Ого! Ну да. Как бы... Здесь много чуваков стоит, продают разную фигню. А, вот, да, ребята продают эти за по евро за штучку. Подходить не будем. Потому что у нас уже есть полная сумка этой фигни. Подойдем ближе, глянем, что как. Антенну эту увидели, наконец-то. Телевизионная антенна, которой так гордится город Париж. Вот, собственно, мы приехали посмотреть на нее. Ну да, как бы... Попрыгай. Да, вот она. Прыгай. Ну, а кто фоткает, такое. Видно, как бы... А ну вот как гид, расскажи как гид. Представь, что ты ведешь экскурсию, я тебе заплатил деньги. И вот что ты будешь мне рассказывать, чтобы заинтересовать меня? Никто не говорил, что это фотошоп, ну как бы... А может это видеошоп? Я умею монтировать видео. Находимся на этой штуке. Может поднимемся на нее сегодня? Там 10 евро вроде. Нет, на самом деле очень красивый город. Мы добрались автостопом вообще за какую-то там мелочь, чтобы посмотреть. Ну, вид прикольный. А можно смотри, можно представить вот так вот, как будто он растет с неба, если вот так вот посмотреть на него. Все фоткают.